Партнеры проекта – эксклюзивные изделия из Экомеха и Рада Мивелли, интернет-магазин Quickie Shop, Международная академия красоты и здоровья «Запад-Восток», женский клуб «Дама Треф», визажист Инна Усманова, боксерский клуб «Smart Boxing Club», семейный клуб «Любящие сердца», ландшафтный дизайн Марины Мельниковой, дизайнер и мастер эксклюзивных украшений Айгуль Хабибулина, мастер причесок Юлия Томасова, танцевальная мастерская «Точка». Бьюти-студия Лина Мартин, Ольга Базылян, имидж-коуч, школа имиджологии Екатерины Макаровой, Эльвира Ишмакова, психолог, косметолог Кристина Бишарова, Наталья Чеглинцева, психолог-астролог. Студия «Красота и здоровье». Шоу-рум «Лима Красота». Артур, что ты делаешь? Отстань. Что ты делаешь? Я вызываю духа идеальной женщины, потому что, мне кажется, не хватает присутствия какого-то божественного существа для того, чтобы наши идеальные женщины стали, наконец, идеальными. Но не все так плохо на самом деле. Поэтому, я думаю, наших занятий на нашем проекте вполне будет для них достаточно. А, друзья, всем привет! Кстати, это реалити-проект «Идеальная женщина». Давай, продолжай. За пятым сезоном реалити-проекта «Идеальная женщина» вы уже наблюдаете целый месяц. И, конечно же, вам очень интересно посмотреть, как изменятся участницы реалити-проекта после преображения. И превосходные мастера в салоне красоты Лины Мартин сегодня дадут вам такую возможность. Здравствуйте, меня зовут Альбина, я визажист. Сегодня будем делать вам макияж, сделаем вечерний смоки. Я в таком восторге, я просто не ожидала, я уже за свою жизнь столько перепробовала всего и с головой, и с волосами, и с мейком, но такого я еще не видела и не пробовала, я просто в восторге. Мне кажется, это прям шикарная звезда получилась. Всем привет, я Александрова, мне 31 год. Я люблю путешествовать, особенно по Европе. Занимаюсь спортом. В свободное время гуляю на природе, читаю, играю в бильярд.
На проект я пришла, чтобы научиться чему-то новому и раскрыться с разных сторон. Возможно, пока еще неизвестно меня. Здравствуйте, меня зовут Шамиль Ильшатович, я массажист. Сегодня будем делать рефлекторно-сегментарно-фасциальный массаж на спине. Бывает такой же массаж лица, значит, он затрагивает мышцы, в том числе глубокие мышцы спины, до такой степени, что прорабатываются и фасции. У него есть несколько противопоказаний. Это опухолевидное образование. У вас, наверное, нету? Все хорошо. Естественно, нужно перед массажом несколько вопросов задать. Это как у вас с давлением? Хорошо. С давлением хорошо. Ладно. Почки как работают? Хорошо? Отлично. Все, тогда. Потому что есть особенности. Mm-hmm. Что-то было бы с почками, поясницу бы не трогали. Постукивающие движения там бы не делали. Хотя, в принципе, этот массаж не включает в себя постукивающие движения. Там есть движения от различных видов массажа. Обычный рефлекторно-сегментарный, испанская техника. В общем, все лишь бы задействовать, проработать все мышцы тела. Растирающее движение делается вдоль позвоночника. Желательно делать быстро, чтобы мышцы согрелись. Так, в принципе, все. Заканчиваем. Расслабляющие движения в конце. Процедура закончена. Все, в принципе, сделали. Так что спасибо вам большое. Приходите еще. Здравствуйте, меня зовут Лина. Это моя студия. Мы хотим вам сегодня предоставить наши услуги. А для начала, я думаю, займемся вашей головой. Concrete bed. Your habits ossify. You don't realize you're fried. Здравствуйте, меня зовут Альбина, я визажист студии Лина Мартин. Сегодня сделаем вам вечерний макияж. Gotta be someone you love. To find someone you love. Gotta be someone you love. Мартин Студио. VIP-зона красоты для тех, кто хочет быть в тренде. Мы предлагаем следующие услуги красоты. Современное окрашивание волос, стрижки, наращивание ресниц, спа, процедуры по телу и лицу, косметология, массаж, услуги визажиста, курсы по прическам и макияжу, маникюр и педикюр. Ваша красота в наших руках. Ждем вас. Телефон 8 963 907 05 90. Я в восторге. Во-первых, я получила такой релакс на массаже. Все кости
ниточки на позвоночнике там проработались, и я прям чувствую себя после массажа очень приятно. Во-вторых, Альбина, визажист, она сделала мне тот мейк, который я хотела всю свою жизнь, с коричневыми тенями. Я прям благодарна, ну, прям не знаю, как выразить. Ну и Лина, конечно же. Она моим волосам придала тот цвет волос, который я хотела. Вот это самое важное, я считаю, да? Поэтому я чувствую себя, ну, на высоте. Спасибо огромное. Привет всем! Я Юля Никонова, мне 33 года. Я люблю прогулки по лесу, общение, комфорт, встречи с моими родными, близкими, друзьями, эмоциональное понимание между людьми. Я не люблю бегать, ветер и дождь. Мои увлечения и хобби – это кулинария, спортзал и пение. Я пришла на проект, чтобы узнать о себе и для себя что-то новое, для того, чтобы сделать мою жизнь более насыщенной, яркой и интересной. Юль, как успехи на проекте? Чего уже достигла и что еще не получается? Вообще все нравится. Я, значит, что? Искусство вумбилдинга мне понравилось. Мы проходили с Леной Веденеевой. Угу. Дома тренируюсь, все такое прочее. Мой мужчина тоже видит результат. Тренируешься на ком? На морковках, как рекомендует Лена, или уже на мужчине? Пока только сама собой, так скажем, тренируюсь. Что значит сама собой? Ну, вумбилдинг-то. Сжимать, разжимать, там, как говорится, да, без ничего. Но Лена вам давала не только уроки вумбилдинга, но и навыки более какие-то интимные или нет? Нет. Нам другие более интимные давали в Даме Треф. Забыла вот имя преподавателя. Мы проходили эротический массаж, и мы проходили мануальные ласки для мужчин своих. Но мне кажется, можно как-то уже в комплексе было попробовать посочетать вумбилдинг с техниками. Я как раз-таки сочетаю, и мне нравится, и моему мужчине нравится. Он говорит, передай преподавателю, что круто. Это классно. Потом пилон. Пилон. Я думала, у меня вообще не будет. Ну подожди, до пилона мы еще дойдем. Вот коротко расскажи, что конкретно понравилось мужчине. То есть вот сейчас нас смотрят женщины, другие участницы, телезрительницы. Вот что применила, вот что оценил? Ему понравился эротический массаж телом, как вот нас учили, так скажем, да? Никогда до этого не пробовали? Нет. Нет. Сколько лет живете с мужчиной? Нет, мы не живем, мы дружим, так скажем, полгода. Вот. Но до этого не пробовали. Не пробовали почему? Потому что не знала или потому что не хотела? Потому что не знала. Потому что думала, что надо делать все технически. Просто технически. Взял, и все хорошо у нас, да? А тут, оказывается, надо душу вкладывать, надо открывать женственность, вот это все. Вот так, как кошечка делать. Вот ему именно это понравилось. Не просто вот техника, а именно вот душевность сама. Такая ласка. Да, да, точно. Вот. Пилон. Да, пилон, пилон. Пилон развивает женственность. Это я поняла, потому что там нужна гибкость. Гибкость и пластика. У меня этого, ну, нет, но сейчас я прям практикую. Не зря, как говорит Павел Воля, самые лучшие мужчины страны выбирают гимнасток. Точно. Кстати, прав вообще, потому что у меня сейчас что-то начало получаться, и я это, кстати, он мне поставил, мой любимый поставил мне пилон дома. Да ты что? Да, и вот вчера я часто... Дорогие мужчины, возьмите на вооружение вот секреты наших идеальных женщин. Дома, в спальне? Ну, в зале, в зале. И вот мы вчера час даже целый с ним под музыку, там я тренируюсь, он меня поддерживает за мою попу, да, шикарную. И все получается. Но пилон дает не только растяжку, дает еще и мышцы твоей попы шикарные, как ты говоришь. Да, фото покажу. Но ждем фотографии, и, конечно же, очень хочется, чтобы ты на следующей нашей встрече поделилась еще какими-то секретами, да, которые ты опробовала своему мужчине. Но я желаю тебе, конечно же, успехов, а вам, дорогие телезрители, напоминаю, что поддержать наших участниц вы можете на сайте www.umtelevision.ru. Голосуйте за Юлию, ей очень нужна ваша поддержка. Смотрите сразу после короткой рекламной паузы. Айгуль мы хотим сделать более красивой за счет обновления кожи. Но если женщина хочет быть красивой, она выдержит все. Есть ворота, калитки и так далее. Дома, которые дают тень. Вот здесь мы можем высоких деревьев посадить. Но если они не выше забора, вот здесь все это тоже, пожалуйста. Мы можем их здесь посадить, тоже немножечко притенить.